внешняя политика, как ведет наша страна, я ее одобряю. Правильно сделал, что поехал. Президент выступил, как должен был выступить настоящий президент независимой страны. Выступление – это художественное произведение, написанное и сыгранное должным образом. Это подготовленная речь и так далее. Это не политик. Дай бог, чтобы все сложилось так, как он предлагал. Если уж выступать, надо было пожестче. Пожестче, конкретно, туда-сюда, там не важно как. Он обосрался. Нашу страну ведет столь сильный человек, поистине патриот, и я ему доверяю. Кто-то, может быть, конечно, не поймет, но со временем понимание придет все равно.